Срочно выключите эту настройку на своем телефоне, если хотите отключить всю прослушку раз и навсегда. Анонимные отчеты о синтезе речи. Если вы включите эту функцию, мы сможем собирать анонимные отчеты без использования. Это поможет нам лучше понять, как работает синтез речи. И снизу написано, что вы должны понять, что они должны понять, что будут собираться все личные данные. Как это отключить, как сделать, показываю, вы пока подпишитесь. Для этого просто зайдите в настройки, вот так вот. И чтобы быстрее все найти, воспользуйтесь поиском. В поиске напишите вот так вот «синтез речи». Просто синтез напишите, и здесь найдете синтез речи. Дальше нажмите на вот это вот колесико, шестереночку, попадете в такое меню. И здесь нас интересует вот это вот анонимные отчеты о синтезе речи. Видите, тапаем по нему и здесь прочитываем, что вы выключите и получите. Частота работы синтеза, производительность запросов, то есть все, что вы будете произносить через поисковик, через микрофон, все будет использоваться. Используемые языки, проблемы при преобразовании текста в речь. Все будет собираться. Отключай скорее. Расскажи другу, наверняка он не знал, он в опасности.